Праздничное мероприятие «Здравствуй, школа» провели в Серпухове для будущих первоклассников. Для них подготовили увлекательную анимационную программу и концерт, в котором приняли участие творческие коллективы и вокалисты Серпухова. Организатором выступил Молодежный совет территориальной организации профсоюза. Проводим мы его в четвертый раз. Первый раз, когда мы проводили, были сомнения, надо это или не надо. Но хотелось как-то заинтересовать наших членов профсоюза, сделать что-то для них приятное. Потому что понимаем, что как ребенок встретит 1 сентября, с таким настроением он и пойдет в школу. На мероприятии зарегистрировалось более 50 детей. Будущим первоклассникам вручили подарки. Это наборы с необходимой канцелярией и фотоальбомы.